Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаус. Мы играем в Дьявол против Бога с Андреем. В прошлый раз он нанес не огромное поражение, потому что просто пришел чувак из его команды и снес трех моих в соло. Мне это не понравилось. Да, этому чуваку я даже не помогал. Ну ты как ему помогал? Так, где враги? Ой, что-то я кривовато. О, ну чувак сразу, вот это, кстати, сейчас он в моей команде. Но Чайка вообще, честно говоря, в первой игре, которая грузилась 3000 лет, Чайка вообще что-то этот... Во-первых, он вылетел в первой игре. Во второй игре он вообще что-то ничего не делал. То есть, по сути, он не вылетел, но было что-то примерно похожее. Тактически способный, блин, не то. Надеюсь, он все понял. То есть сейчас нам, получается, надо помогать союзникам. Мне надо помогать союзникам. Но обычно все горят, потому что я что-то плохо помогаю союзникам. Я в основном мешаю. Но... Магический генератор. Но это, видимо, не то, что, не то, что храм. Он может желтого убить раба. У желтого убить раба. О, ты уже... Спасибо, Андрей. Ну вообще, на самом деле, создать раба значительно дешевле, чем... Блин, а чё у него ничего нет? Да, развел просто тебя на манну. Это у нас был план. Блин. А, то есть ты таким образом... Да. Пытаешься мной манипулировать. Я думал, я вот скрыл кому... А почему, блин? Почему твой союзник на полминуты раньше начал строить храм? Ты ему золото скидываешь, что ли, божественной милостью? А кто у тебя храм строил? А вот. Не скажу. Ты будешь Кекс? Ему мешать. Так, а, сейчас. Я вижу. Чайка строит храм. Да? Именно того ты сделал ставку. Ну, Чайка просто не очень полезен в бою, прямо скажем. Поэтому я подумал, что надо, типа, хотя бы... Отличный план. Так, чё, надо еще показать, где крипы, но этот чел, наверное, этот... Так, крипы. Рабы есть, есть зрамы. Ну, зрамы... Так, Чайка даже достроил храм. И, кстати, есть острова на этой карте, но острова мы пока ни разу не осваивали. Вот раб. Что-то какой-то он невнимательный. Андрей уже что-то плохое. Я видел твой рабочий, посмотрел в нашу сторону. Да, твой этот. Да. Ну что он двигается? Кузню морей строит какую-то. Так. А, у тебя уже второй храм достраивается так-то. Это как-то нечестно. У меня пока один храм. Текс. Можно, конечно, помешать человеку, но... Ой. Крипы что-то то... Так, я... Я тут пытаюсь это... Я пытаюсь помочь как союзник. А, видимо, у него герой, который строит... А, он покупает башни. Короче, через... Мим... Все сюда. Блин, чуть-чуть не успели. А, он строит башни. А, что сейчас будет-то? Лол. Тосфорс пытается забузить башни, но я сказал союзникам прийти, справятся ли они или нет. Я даже не знаю. Тосфорс убегает в панике. Ой, забавно. Но крипы-то тоже ломают башни. Может, надо ломать крипов, пока все это происходит? Сложно, конечно, сложно. Так, здесь все строится. Все вроде нормально. Надо что-нибудь сделать хорошее. Ладно, он сам к нам вернется. Так, ребятки, давайте. Ай! Ой, больно.
Блин, больно. Но Солитор вообще очень хорошо играет. То есть он строит там, строит тут. Так, башни. Да башни, ё-моё, башни у рудников. Две шоте. Так, кстати, будет прикольно, если в итоге наши ребятки отобьют этот рудник. Ну, то Сворс вообще какой-то межгалактический абузер. Он тут башни построил, там башни построил. Вот у Тосфорса реально нету проблем, блин, с башнями. Так, ну-ка. Давайте немножечко похулиганим тут. Не знаю, что получится из этого. 12 атаки. Ну такое себе. Так, иди сюда. Короче, до точки сбора тут встали и мешаем. Виспы пошли. Джонни в шоке. А, блин, он гад увел всех. Ну, кстати, нормально, я тут мешаюсь потихонечку. Как могу. Ну, что-то с башнями у рудников. У меня какая-то команда у Тавернубов. Башни у рудников. Так. Так, тактические способности, хил. Найс, я стараюсь успеть просто везде, короче. А, блин, у меня тут куча чуваков, они стоят, ничего не делают. Нет, везде, к сожалению, я не успеваю. Но ладно. Может быть, что-то хорошее выйдет. Ну, Солитор вот этот, он реально какой-то бешеный. То есть у него уже, блин, 3 миллиона храмов. Я не знаю, как это происходит. Андрей, ты ему деньги с неба скидываешь, что ли, или что такое? Да, у нас тут это... Я ему мешаю. А, ну походу он вообще ничего кроме храмов-то особо не делает. Ну и на самом деле это что? Ну типа там ты двух юнитов сделал, и что, и зачем? Ну вот есть Infinite, он реально сильный. Надеюсь, он затащит. То есть сейчас он помешал Тосфорсу как мог. Так, а храмы-то где еще? Где храмы-то? О, рабочего, пожалуйста. Я даже заметил. Блин. Тактические способности. То. Есть рабочие? Конечно. Устраивай. Не, ну Чайка что-то совсем тяжелый, к сожалению. Он вообще не справляется. Блин. Но у тебя, правда, есть Джонни. Он тоже вроде не образец скилла, так что, возможно, все будет нормально. Так, он тут что-то контролит нечеловечески. Не, ну в принципе, глядишь, что-то получится хорошее в этой игре. Потому что Чайка подтупливает. Но и Джонни тоже не сказать, что чемпион. Тосфорс, конечно, тут что-то наобузил. Так, давайте вот так. Верно, здесь просто какая-то лесозаготовка нереальная. Ой, как все хорошо горит-то. Ой, хорошо. Блин, вот чуть-чуть бы еще жахнуть чем-то, но маны, блин, не хватает. Город наших союзников... Так, вроде чел справился с постройкой. Ну, нормально. Надежда. Может ему рабочего сделать? Может он что-то сможет? Не знаю даже. А, тебе уже большие алтари строят, что ли, Андрей? Я не знаю. А, ты как бы, да, ты не контролируешь. Тебе пофиг. Они постоянно просят рабочих. Отличный план. Так. Чувак что-то понял. Так. Угу. Ну здесь реально. Так, рабочего. Ну видишь, у меня тоже просят рабочего. Блин, я случайно повозку благословил. Ёшкин кот. Это как так? Я благословил повозку. Прикольно было бы Тосфорсу героя убить.
Блин, не убил ни героя, нифига не убил, короче. Ну, погонял юнитов. Забавно получилось, конечно. Надеюсь, что это его дезориентировало, по крайней мере. Ну, реально, есть Инфинайт, который играет за двоих. Он, конечно, не строит храмы, но, блин, он, типа, слишком крут. А, он даже две башни здесь построил. Инфинайт молодец. У него хорошая армия, у него есть добыча. Но что-то с рабочими. Так, написать рабы. Можно еще лес кому-нибудь восстановить. Ну, кстати, лес что-то у меня никто не рубит. Чайки на всякий случай сделаем еще впрок рабочего. Так, в принципе, я так понял, вот этот вот Джонни, ему можно особо не мешать. Он как бы так, не особо что-то может. Здесь есть рабочий, что ли? Где он? Где рабочий-то? Блин, а как зум сделать, Андрей, ты не знаешь? Там же какая-то команда, зум, что-то там. Блин, я приблизился, чтобы искать рабочего, но оказывается это не то здание, которое надо. Блин. А как зум сделать? Я не знаю. Разработка карты, блин. Паника. Блин, ну если я буду всю игру приземленным, то это вообще будет так себе. А там нет задач? Нет. Суть карты. А как еще можно? Камера. А, во, все. Все, видишь. Флешкам. О, кстати, даже лучше стало. Даже лучше стало. Вообще огонь. Так, кстати, мана потихоньку копится. Что-то происходит более-менее. Есть 4 проблемы с рабочими чувака. В принципе, я думаю, что шансы у меня есть. Так, есть порча, кстати. Можно как-то храмы. Блин, чел еще, знаешь, он строит храмы как-то, ну, типа... В разнобой, чтобы нельзя было землетрясением сломать. Мои-то там по линейке строят, блин, перфекционисты чертовы. Текс. В этот момент еще можно как-нибудь похулиганить. Ау, можно так похулиганить. Блин, успел достроить, гад. А здание не ломают? Ломают, ну как-то не очень. Так, сейчас мы сюда немножечко похулиганим. Блин, я почти Тусфорсу героя убил. Ну, кстати, голем мой хорошо похулиганил, прямо скажем. Блин, Тусфорс, гад, живет. Блин, тактические способности. Оп. Так, а блин, тут дерево как-то так плохо растет. Ну ладно. Блин, ну зачем он их назад-то повел? Ой, короче, я ему похилял рабочих, он такой, ну ладно, тогда их отдам. Пипец вообще. Прямо скажем. Командная работа. Да, я буквально помог тебе. О, ну, кстати, вот Чайка стал строить храмы в разнобой, так что нормально более-менее. Здесь работа... Ой, здесь что-то беда какая-то. А то Сфор все-таки наобузил себе рудник, гад. Не знаю даже, стоит ли ему как-то мешать, или он уже слишком сильный. Ну, наверное, всем стоит мешать. Отличный план. Так. Там нет. Кто там сильный-то? Оранж. Куча таверов. Так, все, руководим ребятками. А по храмам, кстати, даже у меня больше храмов. Вот это да, впервые, блин. Ну, что-то новые как-то вообще не возводятся. Не хотят они молиться Богу своему.
Во. Какие-то орки-скелеты напали. Это даже не я. Это даже не я сделал. Непонятно, что это такое. Мы тут хулиганим, еще уорки скелеты помогают. Ладно, сломаем вот эту, потом вот эту. Так, и сколько тут хп? 126 хп. Давайте. Он что, выживет, что ли? Гад, он выжил! Все, убил ему героя к чертовой бабушке. Надеюсь, у союзников все хорошо. Дерево в тебе добывается. Рабы, рудник. Стараюсь контролировать, следить за всем, но не получается. Разумеется. Дерево вот тут воскрешаю. Пытается выкурить Тосфорса, но я боюсь, что не получится, потому что у него такое количество башен. Ты, Андрей, руководишь-то своими отрядами или так? Не. Не. Конечно. Они типа предоставлены сами себе, да? Да. Пусть делают, что хотят. Ты, получается, такой нетребовательный дьявол, да? Именно. Так, ну чё, 3% максимального здоровья. Прерываемое заклинание. Блин, ну тут, конечно, пипец. Радиус. Не знаю, есть ли смысл так делать. Не знаю, зачем-то я землетрясение за 1500 маны сделал. Вообще непонятно зачем. Ну, снес один храм. О, все, короче. Мне кажется, вам конец. Потому что Тосфорс лично, я не знаю, на что он тратит деньги. У него тут, ну, хотя понятно, на что. Он просто построил 1000000 башен. В принципе, если ты играешь один, может быть, стратегия имеет право на жизнь. Но учитывая, что у него есть союзники, которых надо бы защищать, то все не так хорошо. Так. О, Джонни пришел. Кстати, Джонни, по-моему, впервые вступил в игру. Ну, даже рабочий тут приходит. Так, тактические способности нужны. Блин, ну Инфинайт вообще красавчик. Реально, вот он в прошлой игре дрался 1 на 3. И сейчас дерется 1 на 3. Какая-то дичь. Какой бы он ни был в команде, главное, все равно происходит сражение. И тут у нас Кекс такой стоит. Типа, здрасте, я Кекс. Ну, ладно. Не, ну Кекс строит храмы, в принципе. Можно его простить. Лол, я молниями убиваю Джайду. Забавно. Не знаю, я ломаю войска, насколько это правильно. Ну, в принципе, учитывая, что довольно мощный наступательный потенциал есть у нашего товарища, то все окей, наверное. Так, тут что-то плохо все. Блинку помогаю команде. В этот момент Infinite продолжает наступление. Правда, у него войск ни черта не осталось. Ну, ничего. Ой, сейчас можно хорошо жахнуть. Ой, нормально, как все разбегаются от него. А к сожалению, он отступает. Ну и ладно. Так, что можно еще плохого сделать? Можно сюда сатирчик. Что-то Джонни совсем расслабился. Оп. Так, лес еще у нас. Давай. Еще можешь лес восстановить, так уж. О, можно, кстати, ресов добавить. Я ресов добавил, чтобы храмы еще строили. Найс.
Где, где у него рабочий-то есть вообще? Еще храмы. У него когда-то рабочий шел, но нет. Божественное проведение. Ой, тут с форса очень много. Он все-таки умудрился, гад, построить войска. Неплохо, неплохо. Так, а ты-то строишь храмы-то? А, Infinite построил много катапульт, это ошибка. Но на самом деле не надо наламываться на тус форса. То есть если в команде есть тавернуб, то в принципе надо просто на него забить. И все, как бы. Ну, то есть просто идти ломать кого-то другого. Так, Infinite тут дерется. О, кстати, Infinite героя зафокусил. Ой, красавчик. Да, Infinite вообще молодец. Ну, может, стратегически он иногда допускает ошибки, но тактически все хорошо. Так, блин, они же дамагеры. Ой, зачем я это сделал? Алло, он убегает мне с того, чтобы убить вард. Лол, тус форс на бас. Лол, там вард вообще без хп стоит, и он убегает от него. Ладно, давай, блин, хотел это добить. Ладно, конечно, давайте добьем его. О, я не попал големом. А, ну, я даю. Ну, я не красавчик, я антикрасавчик. Так, 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 так. Ну, ладно, что-то я нахулиганил тут, конечно. Голем развалился, блин. Чё бы тут такого еще делать? Андрей, давай что-нибудь расскажи фанатам. Да что тут сказать? Я не знаю, почему они ничего не делают. Они вон напали. А, это ты напал. Ну, значит, непонятно. Я слежу за экономикой Infinite, потому что, по сути, он ключевой тут игрок, и поэтому, если у него все будет хорошо, то все будет зашибись, в общем. Здесь что-то 4 виспа бегает на рудник. Я даже не знаю, мешать ему или нет, или он как бы сам себе помешает. Офигеть, сколько тут рабочих и сколько тут башен. Вообще, наверное, в этой карте для смертных самая главная кнопка — это пробел. Потому что пробел тебя переносит на место катастрофы, как бы. А, я нашел местечко потаенное. Надо сейчас только жахнуть как-нибудь клево. Что там происходит? Что-то осада какая-то. Все порубилось. Так, контрбатарейная борьба башен. Короче, реально позиционные войны. Какая-то дичь. Ой-ой-ой. Надо как-то помочь ему, что ли? Я даже не знаю, как ему помочь. Можно ему еще рабочего. Не нужно кланяться. Так, подождите. Вчера рабочий. Отличный план. Конечно. Так, а что у меня еще есть? Сжигает вашего оппонента 400 маны. О! Я у тебя сжег 400 маны, понял? Понял. Это Тос Форса не база, а какие-то руины, блин, я. Жесть, конечно. Я еще галеп туда не сбрасывал. Так, надо где-то похулиганить. Прям вот серьезно как-нибудь. Серьезно. Только не знаю где. Вот тут что ли? Минус герой. Не знаю, стоит ли вообще с войсками драться, но с другой стороны, я реально убиваю очень много войск. И с другой стороны, я добыче не мешаю. Я развалил полпачки юнитов. А, Тус Форс и тут пытается башнями застроить. Офигеть. Но! Есть мудрый или не очень руководитель у нашей команды,
который показал слабое место оппонентов. Так, Инфинайт собирается всех убивать. Самое интересное, что ты больше, чем я, рабочих убил каким-то мифом, Андрей. Как тебе это удается? Ну вот как-то. Я под телепорт. Под телепорт тут немного похулиганил. Нужны тактические способности. Я сделал союзников неуязвимыми. Сколько это действует? Все уже не действует. Ну что-то, видимо, наши наступательные войска ломают вашего Джонни. Нет, храп! Изи подхил! Андрей, за что? За что ты так? Ой, ну Инфинайт вообще хорошо контролит, конечно, молодец. Что сказать. Джонни побеждает, но прямо сказать, он не был ключевым игроком в этом матче. Поэтому, возможно, у вас есть шанс, потому что два остальных человека очень сильно затаврены, но у желтого есть слабое место. Чего бы еще такого плохого сделать? Минус, минус, минус. Ой, блин, а храмов-то посносили. Пипец вообще. А все, все твои ливнули, что ли? Ну, видимо. А ч... Они, походу, в конфе были, они так согласованы. Пипец. А что они такие слабовольные-то? Странно. Ну, видишь, они, видимо, умеют играть как-то. Не, ну просто у вас не очень сильно играл Джонни. И его снесли, ну, как бы я бы не сказал, что что-то катастрофически поменялось. Вот. Ну, конечно, большая проблема, мне кажется, вашей команды была в том, что Тусфорс очень много добывал ресов, ну, он молодец, он типа затащащего, как у нас Инфинайт, но при этом он все деньги тратил в башне, и первую всю половину игры, по сути, он, ну, конечно, у него база была супер защищена, но если не ломиться на него, если бы, например, наш Инфинайт вместо катапульт строил бы войска и пришли бы на Джонни, его бы распотрошили бы еще минут 10 назад, или на Желтого, например. Ну, то есть, башни — это не лучшая тема. Две башни у рудника — это must-have. Там, ну, где-нибудь там, тут башенка, там башенка, чтобы на халяву тебе не сносили храмы — это тоже прикольная тема. Но вот строить, ну, просто как бы... Ты добыл кучу ресов, ты влил их в кучу башен. Ну, зашибись, как бы. Ты доволен был своими... своей паствой? Да-да. Да? Они тебя не подводили. Ну, видимо, они в Дискорде сидели, раз они все одновременно прям ливнули, либо у них... сработал стадный инстинкт. Да не, может тут просто ливает, когда это снесли одного. Почему да нет? Да нету тут такого точно. Ну-ка, блин, продолжить меня закинуло. Ну это знаешь, как рыб, если пугнешь, они как бы все сразу стайкой летят. Так не, у вас же и так больше храмов. Я вообще, ну типа, явно без Джонни у нас шансов больше не стало. Ну, по поводу шансов, да. Да. Ну, получается, что ты реально тащил, то есть у тебя было меньше храмов, но ты как-то умудрялся убить больше рабочих. Вот. У нас были неприкрытые базы, правда. О, у вас этот, Солитор 7000 ресурсов получил, то есть ему ресы скидывали. Офигеть вообще, у вас прям какой-то тимплей. Ладно, друзья, всем пока.